Итак, я расскажу. Не расскажу, как мы сделали струбцину для своего сварочного стола. Вот у нас наша такая шпилька, на которой это будет струбцина устанавливаться. Вот такой у нас бочоночек. Вот он ходит. К этому бочонку мы проварим вот эту пластину, на которой будет установлен бегунок. В нее вставляется бегунок. Бегунок скручивается такой вот болтик прижимной. Вот такой вот у нас есть еще один болт. Скручивается вот сюда, в это отверстие. В болте расширено отверстие под М6 внутреннее. Здесь мы зажмем шайбочку. Мы тут немножко косякнули. На бочонке сделали по всей его длине. Срезали борта. Ну, выкрутимся, приварим назад вот так вот шайбу. Не надо было везде срезать, надо было вот здесь вот, где расширено отверстие, оставить круг, чтобы оно прижималось. Вот здесь вот должен был быть. Не надо было срезать борта. У себя мы выкрепимся вот так вот шайбами. Короче, смотри, вот так вот мы сделаем сейчас, вторую возьмем. Вот с этой стороны, вот здесь вот тебе надо капнуть, понял? И вот здесь вот, понял? Здесь свободное и тут. Угу. Проварили мы трубку. Сейчас попробуем пользоваться. Здесь, как я говорил, мы решили сделать резьбу. Ну, она нам нужна будет для других наших вещей, для того, чтобы можно было на какой-то высоте делать различные упоры. Откручиваем, выставляем на необходимый размер. Опускаем, зажимаем. У нас еще по необходимости прижимаем сверху гайку. В принципе, здесь вот тоже можно брать, наверное, гайку. Удлиненную или обычную, или две гайки. Ну, мы сделали так. Зажали, зажали. Но я бы, конечно, бы здесь сделал бы какой-нибудь упорчик. Может быть, мы сюда приварим гайку. Может быть, сюда мы гайку так вот приварим. И будет заебись. А может быть, вот так вот приварим какой-нибудь упорчик, которым будем крутить. Ну, это мы решим. В общем, вот такая вот у нас получилась струбцинка. Вот, делали сами из того, что было. Все работает. Немножко ходит, но мы ей будем работать
паре с нашими упорами. То есть упор выставили, а эта штука только держит, чтобы не вело металл. Вот так вот. Все. Вот такой вот мы сделали угловой упор. Чётенько все. Вставляем как надо, где надо, подставляем, зажимаем, и работаем.